Я решил просто поиграть со своим подписчиком в Treasure Wars. И вот что из этого вышло. Кстати, если ты тоже хочешь поучаствовать в моем видео, ссылка на Discord в описании. Мама, я на Ютубе. С днем отвертка. Да дайте чай спокойно выпить, хотя бы один глоток, я сейчас поперхну. Ура, Гончар The Play зашел. Ура! Встаньте, короче, возле меня и танцуйте, типа, я популярный ютубер. А где он? Мне жалко, не клево, он тут стоит просто, тут вся наша группа, и он... Уходи. Голосуйте за карту Hardening Gardens. Hardening Gardens. Никле все равно зашел. Я сюда первый раз зашел. Копим 5 золота и идем на соседние команды. Так, а Tails это кто? Tails это типа хвосты. Дай мне алмазы. Алмазы? Да. Сколько там их? Выбирай. Два всего лишь. Нам сломали кровать. Нам кровать сломали. Нет, не сломали. Один кто-то, встаньте и защищайте сокровища. Зеленый пришли. Ну кто? Почему? Потом проблема. Смещение было вообще. Идемте мстить, у нас сокровища все равно. Давайте тогда все пошли. Пошли все на... Да, ладно, есть... Ну мы проиграли. У меня есть второе яйцо. Только не падайте, пожалуйста. На алмазный островок. Да. Вон. Так там бетона, у меня блоков нет. А, так там тут тропинка. Кому меч нужен? У меня есть халявный меч и ножницы. Дай мне. Тебе? Да. У меня клавиша залагала, я чуть не упал. Короче, ладно, Силвер, мы пошли. Там на тебя уже кто-то нападает, но мы не успеем добежать. Да? Прощай. Как он так быстро строится, чё? Ясно. Давай, ломай. А все уже сломали. Почему ты говоришь, что меня убьют? Он еще в километрах меня убьет. А, ну окей. Стой, отойди. Нет. Давай. Что он делает? Как с телефоном неудобно играть кто-то туда, конечно. Реально. Все, давай. Вносим. Бей. Нет! Нормально засейвился. Этот, Никлев, прости меня. Никлев, прости, пожалуйста. Ну, я умный, кстати. Никлев, круто. Пошел вон. Все. Никлев, извини. Я вам даже не забыли Никлева. Попал. Давай. Нормально, мы его выкинули. Я убил. Все, победа. Че? Изи. Найс. Жесть, изи карточка. Джиджи. Я ничего не делал, круто. Так, нормально. А вот что? О, зимняя карта. Боже. Это мое. Это мое сокровище. Ждите видео, все сокровища ломай. На Treasure Wars. Мы же миллионеры. Кто постоянно пишет в Дискорде, можете не писать? Никлев пишет. Че оповещение? Он сказал то, что он синий, и его не надо бить. Поняли? Нет, это... Че его не надо бить? Вот это вообще нечестно. Тим равно бан. Тим равно бан. Вот именно. Но меня шкаю. Сотрудничество с другими командами запрещено. Нарушители получают бан. Пожалуйста, не пердите в микрофон. Это не я, если что. Это как конечно. Бы... Это мякоть делает. Вообще, ну... Пруф, это кажется. Странный челик. Почему так делает? Сейчас будет розыгрыш на бан. Кто это сделает? О, я сломал у синих сокровища. Никлев, пожалуйста, уйди. Че вы такие профессионалы? Не знаю. Потому что. Так. Я слил всю команду. Оповещение приходит, и это на записи слышно. Желтый пытался ко мне допрыгнуть, но он упал. Че тут не так? Тут у людей просто руки типа в 3 километра. 14 алмазов, живем. Ты думаешь, я это вырежу? Я бегу на желтых. Кто со мной, тот герой. Я могу. На, возьми золото. Че так долго строюсь? Подожди, я бетон ломаю мечом. Все нормально. А кто я сломал? Чел с алмазным мечом бегает, а ну сюда его мне отдай. За это в тюрьму сажают, ты в курсе, за воровство сажают в тюрьму. В курсе вообще. По факту. Не поспоришь даже. У нас сломали сокровища. Вы знали, да? А какой гений там был? Все нормально. Да, ну ладно. Я сломал. Я с меня кучу стоял. Больше никого нет. Я просто на базе стою и не знаю, что делать мне. Да, все нормально, сейчас я чела добью. ГГ, я Тима Раков, я любаю. Не надо, дядя. Все, я чела последнего слил, да? Да, это был последний. Как обычно, Гончар все за нас делает. На принципе, получайте халявный опыт, молчать. А, ну да, кстати. Так, стоп. У меня уже третий уровень. У меня уже четвертый. А был первый.
77-й. У меня открылся голубь. Я упав! А за сколько лет можно накачать 100-й уровень? Да. За 100 лет. Я видел, о, вот это вот мой. Я видел челиков с алмазным престижем уже. Это третий престиж, то есть это 300 какой-то уровень. 300, Карл! За сколько лет можно накачать 100-й уровень? Гончак, да. Оцените мое сокровище, вот от 1 до 1. 10. 1. 10, спасибо. Оцените мой скин от 1 до 5. 1. 3. Спасибо. Оцените мою щедрость. Оцените мое все от 10 до 10. Дай блоков, дай блоки. Нету, дай. Дай у нас. Спасибо. Что нету блоков? Ты с камерой. Разоблачение горшка. Я накупил себе блоков на 20 золота. Мне скучно, я пойду убью синих. В соляру. Понимаю. Мне скучно, я пойду. Я это вырежу. Осуждаем. Хотите анекдот? Давай. Чем отличается пицца от... Неправда, пицца вкуснее, я пробовала. За что? А что делать вообще? Пицца всегда, мы ничего не делаем, мы просто стоим на месте. Пока я что-то делаю в соляру, вы лучше защищайте сокровища. Вот это покупаем, вот это покупаем, и вот это покупаем, круто. А тут какие-то эти нубы, они изолированы от общества? То есть они даже на алмазный генератор не ходили, зато у них защита... Понятно, еще и токсик. Мне. Пожалуйста, только не ливай, я хочу сломать сокровище. Вот. Я сломал сокровище. Все, давай, чел. Ура, вот уровень, открыто. Мы будем играть до того момента, пока меня мама не позовет кушать. Просто, смотрите, я большую часть видео, как всегда, вырежу. В смысле, понятно. Даже мою гениальную шутку, ты офигел? Конечно. Стой, а ты кто? Он вырежет, подойди сюда. Подойди, стой. Это... Ты кто? Я... Соник, уйди, не подбирай мое золото. Уйди. Выпрыгни. Гони. Отдай золото, отдайте мое золото. Я цыган. Подожди, так что ты хотел? Я типа мякоть. Вот ты кто? Я типа мякоть. Нет, а вот что это за блок у тебя на голове? Это уголь? Блок? Уголь? Нет, это черный... Это полный черный, короче, голова с шумом. Ой, мама пришла, да? Да. Я это вырежу. Открой подвал, пожалуйста. Нет. Доктор, скажи, что за видео, не знаю. Спойлеры. Хочу спойлеров. Срочно. Спойлеров не будет. Ну ладно. Могу сказать спойлеры только то, что... приняли ислам. Сегодня должно быть видео про паркур, но паркура нету. В смысле? Ну, второй паркур на время лунного Нового года убрали, поэтому видео не будет. Мне нравится играть, я просто накапливаю блоки, иду... И падаю. Ты занимал, типа, первые места на всех чемпионатах мира, да? Да. Мира, Руси. Всё так и был. Жесть, так это был ты. Ты, получается, я твой фанат. Уф, нормально сбежал от драки. Драка с пингвином, это кошмар. Прикинь, тут драка с пингвином. Нет! Челлендж один генератор. Челлендж дегенератор? Челлендж дегенератор. Кому, кстати, алмазный меч я хотел бы была? У меня уже стак золота, кстати. Да, по приколу. Можно? Нет, нельзя взять. А, я умер. Короче, пингвин был в кольчуге, а я без одежды. И я его убил. Ладно. Я его убил. Так все, вот, чел, пока. Чел, пока. Уф, да как так быстрее, толкай его. Мякоть. Я пришел. Мякоть, отвлекай его. Толкни его. О, нет! Он блоки подо мной прокопал, и я упал. Я сейчас убью. Давай. У меня алмазный меч. Ты крутой. Потащил. Да, спасибо. Спасибо. Не плачь. Спасибо. Нет! Так можешь уйти, пожалуйста? Привычка. Можно нарисовать она привычки. Мы же договорились, кто-то один фармит, потом идет на генератор. Тачанка. А тут можно использовать X-Ray? Конечно же нет.
Стой, подожди, подойди сюда, Чанг. Я посмотрю в твои честные глаза. Вы чё, один генератор пришли? Заграю один слиток золота. Давай, давай, давай. Ты достоин этого? Да, 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 быстрее, быстрее. Мне как раз... Ой, короче, все, я пошел. Нет, это мое, это мое. Мне кажется, у Никельва он станет Dead Inside, у него теперь депрессия. Да. Застоявшаяся. Ой, да я через дней 5-2 еще буду видеть. Давайте вот какими-то группами, чтобы он кого-то опыт. Я слил зеленых, потому что мне стало скучно. 5 плюс 2 равно 52, значит через 52 дня будет еще одно видео с подписчиками. Погоди, если я напишу это в чат. Нет. Тебе бан. Бан. Ладно. Прохладно. О боже, я упал. Гончартопчик. Я прочитал Гончартопчик. Синий нет. Синий. Не делай этого. Не делай этого. О, да, синий. Короче, смотрите. Я вижу тут чела. И это, по-моему, последний, да? Да, это последний. Подойдите сюда, я вам покажу мой автобилдер, пока я не выиграл. Голуби, блядь. Там не клевские. Голуби, блядь. Голуби. Боже, голуби. Это голубей. Голуби. А почему они ползут, а не летают? Странно. Потому что. Нет, я могу, конечно, пустить вот. Потому что это саратовский голубь, они ползут. Гончара, гончара, посмотри фотку. Это обязательно. Да потом, потом. Боже, ты что делаешь? А у меня вот так... Джи-джи. Ох, он там спрятался, ну ладно, я увидел. Надо заснять эпичную концовку. Да-да. Да вот сюда куда-нибудь. Из-за пчелы не вижу. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Если не подпишитесь на Гончара, то я приду к вам ночью.